Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Перед началом видео не забудь подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой и обязательно поставь лайк. Ну а сегодня, ребята, самое крутое видео. Это будет Cartoon Cat. Мы заказали зелье Cartoon Cat, и я его сегодня, ребята, выпью. И что из этого получится, превращусь ли я на самом деле в Cartoon Cat, вы узнаете буквально через пару минут. Я заказала зелье Cartoon Cat на сайте Darknet, и мне уже прям с минуты на минуту должна прийти смс с координатами местонахождения этого зелья. Я не знаю, что это будет в баночке, в коробочке, в бутылочке, как это будет выглядеть, потому что каждый раз это происходит как-то по-новому. Мы ждем координаты и отправляемся за зельем Cartoon Cat. Воу, ребятушки, мне пришла наконец-то смс с координатами, где лежит зелье Cartoon Cat. И мы направляемся прямо туда сейчас. У меня здесь навигатор показывает, что мы практически уже подошли к точке назначения. Так, ребята, я смотрю, что она должна быть вот по эту сторону, по левой стороне моей руки. И там еще нарисованы какие-то столбы. Вот столбов очень здесь много. Сейчас будем смотреть, где-то возле столба должно быть это зелье Cartoon Cat. Ребята, я нереально волнуюсь еще вообще, потому что я огромную сумму денег отдала за это зелье. И неизвестно, сработает оно или не сработает, потому что там никаких возвратов или чего-то там подобного не существует. То есть, либо ты реально превращаешься в Cartoon Cat, либо там, я не знаю, что-то чумачечье происходит нереальное, ребятушки. Так что, короче, давайте посмотрим, каждый столбик проверим. Так, еще где-то метров 50 он показывает у меня. Подожди, да. Мне кажется, где-то здесь. Метров 50, давай 50 метров, это 50 шагов, Дим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Слушай, мы, получается, между тем и тем столбом. Они не особо точно координаты показывают. Короче, давай проверим этот и этот столб. Сейчас проверим вот этот ближайший. Если там ничего не будет, тогда до того дойдем. Но вообще прям показывает, что... Он же показывает вот этот круг, что... Точку? Да, где-то вот в районе, вот в этом, где... Черт, смотри, Дим! Где? Офигеть, это оно! Это стопудово оно! Это зелье! Смотри, они прям поставили какую-то бутылочку. Точно! Очуметь. Это точно зелье. Да, 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 смотри, написано прямо специально Cartoon Cat. Все, ребята, мы нашли зелье Cartoon Cat. Сейчас отправляемся и будем его пробовать. И будем смотреть, что получится. А ты не забывай подписаться, нажать лайкосик и также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видосах. Увидимся, когда я буду пить эту гадость. Воу, ребята, теперь мы будем пробовать. Лаки тоже хочет попробовать, да? Лаки, это нельзя пробовать, ты грязная. Нельзя, нельзя, Лаки, нельзя. Она только что искупалась в бассейне. Вот, смотрите, какое зелье, какое оно густое. Похоже на кровь, смотри как. Оно полностью даже всю... И как много, ребят, нафига так много зелья? Я вообще не планировала так много пить, потому что... Да нафиг знает, там, я не знаю, что они туда налили. Ну, это на мочу не похоже, но вдруг это реально кровь какого-нибудь животного. Прикиньте, это реально кровь кота Cartoon Cat. Если ты ее выпиваешь, ты превращаешься в Cartoon Cat. Я не знаю, ребята, что делать, поддержите меня, потому что это просто нереальная жесть. Поставьте, пожалуйста, лайки, потому что я ради вас, ради этого контента иду, блин, и пробую всякую фигню, которую заказываю за бешеные деньги на сайте Darknet. И это, конечно, чумачедшая идея, ребятушки. Так что... Так, давай, что, надо немножко попробовать? Ты хочешь попробовать? Нет, я говорю, я хочу, чтобы ты попробовал немножко, мы посмотрим. Неужели все надо выпить? Если они присылают так много, то, возможно, там... Ну ладно, давай посмотрим, сейчас откроем. Сейчас. Пробка. Опа. Жесть. Воу! Что? Ну,
и вонь. Просто вонючка. Вонючка из вонючек. Ребята, это нереально просто. Это вонючка из вонючек. Вонючий просто я зелья не видела. Мы, по-моему, заказывали зелье сиреноголового, да? Оно и то более-менее как-то не так воняло. А картонка это прям фекалиями кошачьими. Не знаю, может быть, это даже и не кровь. Может быть, там все перемешано. Тут со мной моя собака Лаки и мой пес Босс. Босс, Лаки. Лаки хочет попробовать зелье Cartoon Cat. Или она уже чует. Может быть, она реально чует, что собаки, они кошка здесь. Чуют. Кошка, она прям не отходит. И Босс тут у меня между ног. Босс тоже хочет эту кошку загрызть. Да, Босс? Босс. Ну все, успокойтесь. Вам это нельзя. Мало ли что тут за фигню сделали. Босс, не плачь. Так, короче, я попробую чуть-чуть, потому что нереально воняет. Давайте уже пробовать, а то мы так никогда не начнем. Господи! Что? Вау! Кислятина! Кислая это... или сладкая? Кислая, как будто я выпила свежевыжатый лимон. Прям реально свежевыжатый лимон. Как? Но мне получилось, оно очень густое. Оно очень густое. И, ну, я пока ничего не чувствую. Может, надо просто походить, погулять. Не знаю. Ощущений никаких нет. Все как, ну, так. Так же, как и... Не знаю, обычно. Вот, что с тобой? Что-то Боссу, походу, не нравится то, что я выпила это зелье. Не знаю, я пока ничего не ощущаю, но мне кажется, если до хрена так много зелья прислали, мне кажется, надо прям еще выпить глоток. Прям нормальный такой, наверное, глоток, прям огромный, потому что, ну, сколько ждать-то? Вот, хорошо, что есть водичка. Сейчас маленько запью. Так, короче, все, понятно. Никакого эффекта нет. Я думаю, что нужно просто пить чуть-чуть больше. Босс, ты не хочешь понюхать? Босс, понюхай. Зелье понюхай, картонка это понюхай. Понюхай, не пей. Понюхай. Ничего не чует плохого. Ничего не чует. Иди тогда. Ну ладно, раз короче, ничего надо не... надо больше, значит. Да, надо больше, значит, что-то там намешанное такое специальное. Ладно, я сосредоточилась, ребята. На счет три. Раз, два, три. Черт, ну и гад. Сейчас реально много выпила. Гадость. Фу. Все. Я больше не буду эту гадость пить. Не, все. Если ничего не получится, значит, ничего не получится. Потому что это... Ирина. Это пить вообще невозможно. У меня прям отрыжка. Лаки, не обижай босса. Лаки, ну не обижай босса. Лаки. Черт, мне и так плохо. Пошли, я тебя закрою. О, сейчас, ребят, я Лаки закрою, потому что она босса обижает, он маленький. Черт. Иди, место. Вот, не обижай маленьких. Ирина, как ты себя чувствуешь? Мне кажется, тебе очень плохо. Она тебя обижает, а ты к ней просишься. Да не, меня тошнит очень сильно. Что-то прям... я что-то прям... Меня в пот бросило, в жар. Тебе умыться? Черт, посмотри на мои руки.
Они трясутся. Что, тебе очень плохо, тебе надо... Трясутся руки. А, слушай, Дим, может водой умыться? Что-то... умойся водичкой. Черт. Жесть. Дим, мне шокирова не могу. Я пойду с водой схожу. О, давай быстрее. Черт, Ирина вышла в воду. Вот это должно подойти. Чё? Ирина? Ирина, ты где? Не понял. Ирина, где ты? Куда она делась? Ирина! Неужели зелье сработало? Ирина, ты где? I know how it's all gonna end. It's just a re... Ирина, Ирина, как ты себя чувствуешь? Неужели зелье сработало? Ты превращалась в картон Кэта. Ирина, Ирина. Черт, что я тут делаю? Ирина, ты в порядке? Как ты здесь очутилась? В чем я? Что я тут делаю? Я не знаю, я пошел за водой, ты пропала. Я ничего не помню. Что произошло? Ты помнишь, ты пила зелье? Не, я пила Я пила зелье, я помню. Потом ты пропала. Я потом просто потеряла сознание. Я ничего не помню. У меня в глазах была темнота. Я ничего не помню. Ты что-то видел? Что-то странное? Я видел картон Кэта на дороге. Что, реально? Настоящий? Да. Да. Слушай, походу, это была я. Скорее всего, это была я. Значит, я превращал. Значит, зелье реально работает. Черт. Фу, водички надо попить. Как я здесь-то очутилась? Я, блин, у меня все, у меня в сознании, я вообще, я ничего не помню. Погоди. Я, блин, помню. Я, блин, помню, как у меня из пальцев ногти повылазили. Черт, я реально была картун к этому. У меня просто какие-то мелкие воспоминания щелкают в голове. Короче, ребята, зелье реально работает, зелье из Darknet Cartoon Cat, оно реальное, оно существует, но вы, ребята, никогда не заказывайте, не покупайте и не пейте зелье, лучше смотрите мои видео и все, просто смотрите, как это все работает, но никогда не повторяйте. А с вами была я, Ирина Ясинская, до новых встреч в новых мистических видео, пока, ребятки.